Привет, дорогие подписчики и зрители каналов, с вами снова Джек Шепард, Ярослав и Артур. Поздоровайтесь, бойцы. Всем привет. Всем привет. Мы находимся где-то около Гвозна. Мы продвигаемся, собственно, к нему, да, пойдем, Джек Шепард? Да. Заглянем сейчас, собственно, в сам... Нет. О, какая молния была, вы бы увидели. Зачем мы глаза делаем? Мы идем к замку. Мы к чертову замку идем? Да. Какое направление движения, Джек Шепард? Вот куда я смотрю. То есть прямо в бурю, юго-запад. Да? Юго-запад. Ну ладно, пойдем. Давайте сразу. Если там зомби. Нам бы GPS, конечно, не помешало, чтобы понимать, где именно мы находимся. Потому что я маленько, честно говоря, не понял. У нас сколько? 140? Плохо видно, эти градусы. Да. Градусы видно не очень хорошо. Ну, хотя я смотрел у людей в армии, они там видны. Ну, они уже просто знают, наверное. Там просто другие были компасы. Большие такие. Да, с огромной ручкой. Я думаю, мне кажется, если мы увидим гору, ты на ней с прицелом разглядишь замок. Ну... У нас как бы еще бинокли у каждого вот, есть. Справа от нас сейчас Гвозно. Вот это вот уже точно самое Гвозно, да? Да. Гром гремит. В предыдущей серии мы видели в Гвозно машину. Джек Шепард, наверное, запикал все, но в итоге в Гвозно машина, машина в Гвозно. Я уже сейчас тебя запикал. Ему лень будет запикать то, что машина Гвозно, понимаешь? Да, учитывая, что у меня будет лишь ночь на монтаж и рендерный сервис залив. И поэтому запикивай столько раз, что машина Гвозно будет ему лень. Не хватит повторять. Гвозно. Гвозно повторять не буду, потому что это Гвозно. И я не хочу запикивать Гвозно потом. Ну, ты понимаешь, что люди подумают, когда через каждое слово будет пи-пи-пи? Машина в... Так, вот туда куда-то идем? Чуть правее возьми, да. Блин, буря сзади подбирается. У меня вчера дома такая же была. Это было круто. У меня ночью тоже, 4 часа ночи я играю, дождь, и тут дождь. Я знаю эти места, вон там сейчас будут камни такие странные стоять. Монолиты. Поля. Да, вон как раз один уже стоит. Да. Только я после этого, я без карты шел. Блин, еще одна молния. Если зрителям повезет, то они увидят, как мы с тобой в гром и молнию ползали. Ой, ребят, что-то мне вот только и не нравится, что мы идем в дьявольский замок. А что, нормальное место? Там все клево. Угу. О, видели молнию? Забил, что Шепард идет первым. Первым идет Артур. Артур это снайпер. Я вообще сейчас, если увижу врага, пока я буду на него наводить. Ваншот, ванкил и все. Нет, я если его пока наводить буду, то все, он уже успеет вокруг меня польку станцевать и со всех видов оружия пострелять. Он нас убьет, соберет с нас весь лук и потом для тебя. Да, я не боец, я чисто прикрытие, потому что с этой штукой прицелиться. Ну-ка, вот, допустим, вон тот ствол дерева. Ой, я сразу прям на него в центр навелся. Ну, не знаю. Вот видишь, наш шанс у меня будет. Ну, слушай, ты не на геймпаде, так что тут не отморозишься. Я на геймпаде, когда вот на Соньке чисто играл, когда вышла Battlefield Bad Company 2, вот тогда у меня была Сонька. Самое первое. Скилл был наработан уже. Я рвался их просто хедшотами. Это сейчас я редко играю на консоли, поэтому... Тогда у меня и компьютер не был, я его что-то пробовал, у меня был нетбук. Чисто на Соньке играл тогда, вот, у меня очень хорошо получалось. Да. Да, скоро уже что, CSGO выйдет, там же мультиплатформа, и покажут. Ой, вам по-моему, блин, что-то это как-то все мультиплатформа. В свое время для Microsoft хотели какую-то игрушку выпустить, чтобы была она мультиплатформой, в итоге запустили бета-тест, оказалось, что консольщики начали сразу кричать: нас убивают, мы ничего сделать не можем. Shadowrun назывался. Да, и вот от этой идеи все отказались. Ну как бы консольщики не кричали, что на джойстиках играть удобно, а мышка, то есть мышка сядет. Ну они говорили, что удобно-то удобно, они говорили, что и реакция просто не успевают они. Ну вот именно. Поэтому в этом весь момент. Весь смысл мультиплатформы, так Артур исчез. Нет. Артур опять исчез. А Артур, зачем ты исчезаешь? Я в третью батлу пробовал играть на компьютере с геймпадом. Ничего, прикольно. Ну я попробовал, мне в основном понравилось транспорт водить. Транспорт гораздо удобнее водить, особенно вертолеты.
А вот стрелять в врагов не особо получалось. Не знаю, я хотел, ну как в свое время, хотел купить Killzone себе серию, ну, то есть все три части попроходить. Скачал демо-версию, начал играть, и реально я на 5-й минуте закрыл игру и удалил ее. Вторая была? А, да, вторая, по-моему, часть. Во второй вообще, по-моему, самое ужасное управление в шутерах от первого лица на консолях. Ну, да, лично для меня. Просто, вот реально. Там как в молоке, все настолько замедленное, блин, это такой кошмар, бляха-муха. Но при этом игра мне понравилась графоном, и там как-то так мрачно было. Третья, она какая-то такая вся цветастая стала. Да. А вторая, вот, аккуратно. Я говорю, демку поставил, я понял, что я в это играть с геймпада не смогу, к тому же, ну, еще не освоившись. А, да. Не знаю, по-моему, вот для стрельбы такие игры, как Uncharted, более-менее будет. Хотя там тоже стрельба, как бы. Говоря, поначалу-то. Не, ну так в консолях для этого и придумали укрытие. Раньше их не было. И было раньше хорошо. Их не было. Была игра такая на PlayStation 2, Black называлась. Там это такой предшественник Call of Duty, там тоже надо было убивать арабов. Тоже в современности. И там этот... Короче, разрушаемость была заскриптованная всего. Не по физике, то есть, допустим, стреляешь в домик, и он там разлетается на запчасти. Но выглядело по тем временам круто. И, короче, вот там вообще, блин, целиться было, блин, страшновато. Первая игра, на которой нормально стало целиться, это первый Halo на Xbox. Вообще, для вот шутеров от первого лица... Halo, по-моему, от этого. Управление на геймпаде Xbox 360 гораздо удобнее, на мой взгляд. Мы, по-моему, сейчас опять в комментариях спровоцируем очередной холивар. Mm-hmm. Кто-нибудь скажет спокойно свое мнение. Второй напишет ему, что Игорь тонет опять на PS3. Игорь тонет. И там мыльное кинцо-мыльцо. Третьего обзовет дебилом и нищебродом. И понеслось. Так, вот это гараж, да? Да так и будет. Должна быть она. Блэк, в последней сама серии в субботу, там же тоже пошла война за то, с кем бы можно было бы совместку еще там брать. Ну то есть люди за нас уже там все решили как бы. Да, ты как бы говорил по поводу меня, и там уже в комментариях Юзя, Гагатун, Элисон Роуз. Ой, да нафиг ей нужна. Элисон Роуз, она, конечно... Прикольно было бы, но ее обучать долго придется. Пока что втроем побегаем. То есть ты помнишь, как мы сами начинали? Ой, мы вообще это капец. Блин, я натурально вот в деревню просто боялся заходить. Так, идите-ка вперед. Я просто адаптировался. Я ага, иду, адаптировался. Теперь тебя в каждой деревне жрут. У меня 10 литров крови, у меня нормально. Так, давайте. Аккуратно. Блин, в этом месте последний раз, когда мы в первый раз встретились, да. Нас убили. Так конкретно при том. Это как раз то, когда у меня была та М16 с Акогом. Ага. И GPS, именно тут мы его потеряли. Из засады, без шансов вообще. Просто человек сидел и ждал. Его найти было нереально, пока он стрелять не начал. Блэк, ты там знаешь точно, в какой он засаде был? Может, сразу надо к ней сзаду как-то подходить? Да как, если он наверху... Не сзаду надо, а спереду. Мы просто зашли через один проход, все сначала Артура положили. Да мы беспечные были, там уже такие, да, что-то там, я говорю, ну я пойду вот около этой будки посмотрю. И слышишь... А я мертв. Потом в тебя прилетело, а потом Джек Шепард засел, там чуть-чуть выцелил эту сволочь, пока когда он лутать нас пошел, грохнул его. Но потом в итоге еще кто-то пришел и грохнул его там же. Брать GPS и меня. Но при этом всем он остался живой, да, я а потом упал с крепости. И смог выжить. И упал, блин, с этой крепости. Такая обидная смерть. Так, ну что-то я не вижу крепости, честно говоря. Ну, господи, и Сусанин уже. Блин, да мы вообще должны были правее как-то идти так. Нет, ну вот сейчас мы пойдем прямо и к ней выйдем. Это да. Вон на этой горе, я думаю, она. Хотя там что-то просветы такие. Вот да. Я не наблюдаю. Сейчас мы на горку поднимемся как минимум и увидим. Да, у всех есть бинокль, у тебя есть винтарь. А ладно, у тебя хотя бы не 2 литра крови, как последний раз, когда мы по горам бегали. Да, падал я смешно. Такой бежит, мордой. Бум.
целует землю. Да. Мы, по-моему, чуть-чуть... Не на той горе. Не на той горе чуть-чуть. Я не удивлен таким Куфанином. Не, ну давай, просто с карты. Окей, вперед. Просто натурально с картой очень сложно. Так, ну в принципе, блин, я не знаю. Если мы все поднялись, то куда дальше-то пройти, чтобы. Окей. Давайте посмотрим. Мы отсюда должны эту гору увидеть по-любому. То есть она должна быть еще выше нашей. Кэп. Она не должна быть еще выше. Высоко. Она не самая высокая в округе. А, я не вижу. Я вижу лишь поле. Вон там палкала, палкала. И куда же мы идем? Сейчас да, здесь... на край мира придем. А, вы где? А, вот я вижу. Артур, вообще же спиной бегать вперед. Нет, я на вас посмотрю. Просто спиной это к лесу можно держаться. Так, там... Ничего, где это? Мне кажется, или там уже лэб? Я вот не пойму, на какую гору мы могли так подняться, чтобы здесь шла дорога. Смотри, мы на лэб. Ищи ровно на карте, ищи линию электропередачи. Гвоздно мы прошли вот так. Ну, гвоздно. Воу! Что такое? А что-то жишь, человек в командирском канале заговорил. Он, по-моему, недалеко в таком случае. Не уверен. Ну, вот я тоже не уверен. Я первый раз вижу, чтобы человек в этом канале описал. Командирский канал, по-моему, он работает на всю карту, и чтобы командир мог говорить со всеми на карте. Он же командир. Ну, увидим. Так куда идем? Так, я иду за Артуром. Вроде а я иду, там. Куда мне указывает мое сердце. Артур, я знаю твое сердце. Последний раз, когда я тут искал чертов замок, я ушел, знаешь, куда? К Дрожжина. Прикинь? Так что, больно-то не рассчитывайте, что мы этот замок сейчас найдем. Мы сейчас просто по дороге куда-нибудь пойдем. Нет, ребят, вот смотрите, вот Гвоздно, вон лэп. Посмотрите по карте. Я лэп не вижу на карте. Бляха. Дайте карту тогда кто-то. Давай я тебе положу карту. Я все равно за вами хочу в последнее время бегать. Мне надоело, честно говоря, быть Сусанином. Вот сейчас вот у нас сегодня палки. Так, я надеюсь, она не пропадет, конечно. Так, положил. Есть. Давай, иди посмотрим, как ты у нас ориентируешься. Сусань. Сейчас мне для начала надо найти. Не забывайте, где мы сейчас. Ой, я пить хочу. Не вижу опять. Я тоже хочу. Так, где мы там были? А Гвоздно? Да. Сейчас. Мы ниже пошли, да? Да нет, не ниже. Мы пошли на юго-запад. Да. Ну, как мы пошли на юго-запад? Мы шли на юго-запад, но потом постоянно с курса уходили. У меня такие руки старческие. Такие все в пятнах уже. Ты удивлен? Да, точняк. Текстура рук нормальная хотя бы. Он как специально как раз руку поднял у меня. Опять Пашу убили. Вот ты так на меня повернулся. Хватит головой крутить. Ну, я жду, пока там у нас Сусанин. Плотина победы. Я пытаюсь найти электропередачи. Я что-то вроде мы не столько от него отбежали. Ну давай, найди на карте электропередач. 960 зомби, офигеть. Пардон. Спят, писал, выигрыш. Четвертый серий. А то меня так троллит. Тихо. Нет, я не знаю, куда мы точно убежали и где мы сейчас находимся. К этому все и шло. Вот именно. Я у тебя спер одно боль утоляющее. Что я тебе хоть три могу дать. Нет, именно Black сам факт, что спереть это было круто. What the hell? Ты у меня украл! Дед, умри! Так, давайте пойдем, куда меня ведет мое сердце. Все равно деда искать никто не будет. Да. Похороним тут под елочкой. Сейчас Артур такой задумывается, сидит, задумывается. Стоит ли с нами продолжать? Теперь я развернуться, садануть голову одному, быстро упасть и с Макарычер для другого из G17.
Не успеет. 17. Успеет. У меня в руках 17 патронов. Буф-буф-буф-буф. Знаешь, сзади тебя бежит шапарк, и ты его убьешь, а у меня в руках калаш, и пока ты будешь менять... Я сразу ложусь, и все. Так, вот тут у нас лысина, давайте с нее посмотрим, где мы можем увидеть этот замок. Давай. Короче, здесь замка нет, но, по крайней мере, есть дорога. Эта дорога, насколько я знаю, как раз замок и приведет, если мы сейчас пойдем вон туда, в ту сторону, на запад. Секунду. Мне игра свернула. What the... это Steam. Мне игру свернул, прикиньте. Отлично. Да, сейчас, секунду. Так-так. Придется серию монтировать еще больше. Теперь я жрать хочу. Какой старый прожорливый персонаж тебе. Я подождать? У меня, кстати, в рюкзаке еще есть жатва, нет? Да, еще есть жатва. Нормально. Из чего поделимся? Так, а если я сейчас веду не в сторону чертового замка? Ну, как бы нам нужно выйти до ПГТ первого, хоть какого-то. Мы сразу об этом узнаем. Ну, видимо, это моя карма, мое нежелание идти в этот замок работает. По-моему, мы все правильно бежим. Вот как раз дорога, которая налево идет, ведет в замок. Налево в замок? Да. А может направо в замок? Единственная лишь такая дорога есть, которая как бы в три стороны уходит. Ага, на центре камень. Как мне так кажется. А на том камне написано, а? Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, гору найдешь. Будет ли там вход? Ну, вот сейчас, если мы вот так выбегаем, то да... Вообще, как мы здесь оказались? Вот так, что ли, обошли? Мы здесь оказались, когда нас ты сюда завел. Да. Блин, чё ты меня раскрыл опять? Ну, Артур сегодня кэп. Но так, вот туда, я думаю, пойдем и придем. А я думаю, что нет. Ну, пошли. Я уже не уверен. Всё-таки вот эта вот дорога ведет туда наверх. И если так посмотреть, то вот она так чик-чик-чик и... Хотя, блин, с какой стороны не посмотришь. Там леса никакого не видать вообще. Ну так там по полю она идет, а потом. Ой, да пойдем. Нет, не пойдем, пошли в ту сторону. Да не плачь ты, бабонька, пошли. Там вообще гор нет таких. Да. Там уже начинаются все косогоры просто. Понимаешь, я уже просто понял. Если шапер говорит идти в одну сторону, надо идти в другую. Смотрите, Блэк Джек отсоединился. Кто-то написал, мы идем никуда, надо назад идти. Слушай, за нами следят. Блэк, ты стрим делаешь? Ну да. Подсказывает. Как хорошо тишина в чате, это какое-то просто несчастье. Ну то есть не тишина, но... Мелочь какую-то пишут. Но когда к нам не относится то, что пишут. А вы записываете новую серию климаторный прицел. Климаторный, да. Это климат. Ор. Ой, блин. Сегодня у нас какой-то петросянский день. Ну, слушайте, знаешь. Ну куда мы пришли, тут нет тоже никакого замка, и мы сейчас идем ближе куда-то к краю карты, к северному. По одну сторону пойдем будет алтарь, в другую Гришина. Где-то вот, указатель, что ли? Да нет, я по карте сориентировался примерно. Пойдемте по дороге, видел. Куда эта дорога приведет, куда я пойдем. Слева, короче, бежать. Как? Ладно, все, проехали. Может даже не замка не получилось, короче говоря. Не было замка. Все. Замок куда-то унесли. Это был мираж. Зомби. Значит, здесь вышка. У меня такое чувство, что мы сейчас вернемся на третий раз. Зомби где? Слева. И справа. Наш снайпер, как всегда, самый первый. Это радует. Че бегу? Ты нас можешь прикрыть. Раз, два, три зомби спереди, да? Три? Один за деревом от тебя прячется. Вижу его, вижу. Зачем тебе их убивать? Зачем тебе их убивать? У него какой-то пунктик на убийстве зомби. Есть такой, не спорю. Один прыгун. Чувак пишет, зомбикью это как барбекю, только с зомби. Справа вот, от тебя зомби прыгает к тебе. Чё, хочешь купить, что ли?
Ты хочешь повоевать, я смотрю, да? Давай я посмотрим. Не знаю. А что делать? Интересно. Ну все, они к нему уже сходят. Задрали. Шутхим, шутхим на дохэд. Пошли пока вышку обыщем, а? Че сидим? Я, если он сейчас начнет стрельбу, я прыгуна сниму. Ой, прыгун как к нему ломанулся. А, снял. Подожди, еще, Иди сюда. Не стреляй, потом не пройдет. Да, я хотел, блин, хочу привыкнуть ловить их в прицел в своей винтовке. Это же вообще очень сложно. Такое увеличение. Ты так быстро рванул. Да, очень быстро рванул. Смотри, лавочка. Ничего не знаю, я иду к вышке. Ребят, идите в баню, я всех зомби снял. И че? То, что я тебя сейчас сниму. Вышки ты пришел последним. Это как марафон. А, хочешь сказать, ради чего ты тут всех убивал? Знаю, ради того, чтобы стырить у тебя дымовую гранату. По-любому. Там ничего нет. Ты куда ты побежал? Я только у тебя один дым стырил. Хочешь еще стырить, давай. И че, где? Я около лавочки сижу. Я его голову целю. Да хорево. Давайте пойдемте дальше. Где ты? Че, там ничего не было, что ли? Да, там нет, пусто. Пошли по дороге. А, кто-то потом в комментариях напишет. У этих зомби были 7, а вы убили их ни за что. У кого-нибудь есть вообще какие идеи, где мы находимся? Я примерно представляю, что если сейчас пойти на юг, то мы придем куда-то к аэропорту северо-западному. Мы к нему идем сейчас. Да ладно, скоро должны выйти на Гришина, если все логично. Сейчас зомби будут, потому что там домик стоит. Там сарайчик. Домик убежишь полный раз, да. Блин, ты опять у меня отскочил куда-то. Человек-телепорт, блин. Это Дейза, не, это Арма 2, сынок. Да, вон, впереди Гришина, говорю же вам. Ты уверен, что это Гришина? Да я уверен. То есть мы обогнули, получается, замок, да? Да. Ну ты Сусанин. Хотя я вел. Вот именно что. Так, подожди, сперва-то он вел. Да я нас провел-то, блин, немножко, я говорю, идем вот туда-то. Артур шел и постоянно так... Ой, короче, ты мне указал направление на компасе, я по нему и двигался вперед. Ну, не совсем вперед, конечно. Да, да. Короче, все, виноваты все, и надо кого-нибудь убить за это. Вот адекватный этот человек. Да. Блэк, как ты с ним играешь? Он тебя убил, точно специально. Да, я прям за Гришином будет аэропорт. Его мы, думаю, обследуем и... В Гришине вижу как минимум один дом, куда можно зайти. Я сам не знаю, что будет. Церковь заходная. Кстати, как-то вижу, это... Да. Рассосались облака. Ну, может, мы будет браузер ждем. Сейчас, ребят, я церковь просмотрю для себя. Ага, просматривай. У меня пунктик на церкви. Нет, она закрытая. Угу. Так, Артур, ты, может быть, от кустика к кустику будешь бежать? Гришина вроде бы... Как любой дурак машет. Ну да, что-то у нас как любой дурак. Первый со снайперкой идет. Да я вообще не знаю. У нас как-то... Блин, давайте идите на самом деле. Человек убили. Да просто пока что далеко она еще была, сейчас уже можно. Отмазался. Какой-то написано. Так, давай, теперь давай. У нас за окном гром гремит. Бедняжка. Теперь у вас, да? Чудо. Нет, нет. Всю Восточную Европу трясет. Отброс. Так, мы вышли к Чупа-Чупсу. Это земля очищается. Какому Чупа-Чупсу? Слева Чупа-Чупс. Вместе с коробкой. Офигеть, я снайпером такой внимательный, блин, я ничего не вижу. Ребята, Чупа-Чупс это... Не, боже. Да, это Гришин, все правильно. Мне, я уже подумал, что это вообще старый собор. Ну да, где есть Чупа-Чупс, там старый собор, да, по-твоему? Ну да. Мы вообще сначала Чупа-Чупс нашли в каком-то странном месте. Я так и не понял, где это находилось. Ну как не понял, почему? Мы с тобой в этом же были. Сейчас скажу, на карте гляну. Перед Красноставом... Клён, ну, ребят, да, смотрите, там сараи. Куда идем-то сперва? Вниз? Там сперва в церковь зайдем, она, по-моему, заходная. Она, по-моему, не заходная. Не уверен. Да ну, что говорить, давайте проверим. Я там видел дверь. Сейчас узнаем, да? И она вроде не открывается. Окей, забил первым.
чупа-чупсы не пойдем, что там делать. Хватит уже, кстати, блин, что за product placement вообще жесткий. Артур, давай там выбивай насчет этого права, чтобы нам деньги чупа-чупсы платили. Нет, деньги только мне за все платят. Я продажен. Он нам не даст. Делись. Из серии тебя снимаю только потому, что мне платят за них деньги. А я снимаю с вами, чтобы мне в будущем за них платили деньги. Да. Короче, сюда только продажные душонки лезут. Мы все продажные. Мне, прикинь, один, причем так достаточно подробно все это расписал, где-то знаков на 1000, наверное, сообщений прислал в личку, в котором всю теорию заговора, как я все это делаю, как вот... короче, пародию на меня сделали, это было специально, чтобы попиариться. И вообще, короче говоря... Ну, вот это что на тебя сделали? Ну, типа пародии, помнишь, да. А, господи. Мне кажется, ты доктор зло. Больной ребенок. Судя по таким сообщениям. Тихо. Что там? Короче, все это было... Он уже бежит к нам, да? Нет? Нет. Ползун, кстати говоря, он, как правило, почему-то ползет ровно к тебе. Давайте обойдем справа. А, это два прыгуна. Они прямо в нашу сторону. Обходим слева. Справа обходим. Справа, точнее. Да, Артур, я же говорю, некоторые мои подписчики умудрялись рассказывать, что ты там контролируешь сознание людей. Так, манипулируй людьми. Он где-то спрятался с чейзиком. Манипулируешь людьми. Я, блин, мне просто нравится снимать серии по играм. А мне нравится слушать свой голос. Выкладываю, все. Вот у меня никаких целей больше нет. Я не знаю, ну что за злые люди? А, забей. Злые языки они всегда будут. Как мы там с тобой Джек Шепард характеризовали-то? А, говнари будут говнить. Хороший такой перевод. Так, что-то, блин, это церковь, по-моему. Она закрыта, я... Ну, рядом с ней, как правило, бывает этот... Колонка. Да, колонка. Гномчик какой-то был убит. Гномчик колодец. Явно... Ой, я что-то подлагал. Да я тоже тут, блин, к церкви подошел сейчас. Попьем? Да, мне бы тоже попить и пополнить воды. С колодца тоже можно, да? Да, само собой. А, там осторожно, там сзади зомби. Нас рать, а точнее нас трое. Нас орда. Да, нас рать. Так, ну потому что здесь звук капелек. Здесь можно набрать воды. Все тогда, нормально. Это звук капелек, это вот что я только что набирал воду. Ты слышишь? Так, он с забором сейчас подойдет к нам уже. Отходим тогда. Так давай дать, вон на задний путь есть. Или вон тудой. Задний проход. Опасный формулиров. Да ладно. Что у нас слева там за стеной? После того, что видеоблогеры творят, типа те же шкала блогеров, да, там прям, так сказать, на видео, то, по-моему, это уже не страшно. Так. Блин, меня раздражают эти заборчики, они ограничивают мои передвижения. А проползать мне под ними лень. Стреляй в заборчики. Я постоянно боюсь, что они мне ноги поломают, если я под них полезу. Я хочу в центр города, там двухэтажные здания, хоть одно из них явно можно поменять. Это да. Чё с твоими ногами, всё нормально? Живой вроде? Я перелез. Эй, не беги, присядь. Тихо. Я два раза нажал Shift, а если два раза нажимаешь Shift, то автоматически переключается на Е. Слева от тебя, очень близко. Все, сейчас тебя заметь. Назад отходи, назад. Ярослав, отходи назад. А я куда? А у меня залагало, просто стоял на месте. Да, ты тоже стоял у меня на месте. Господи, что за мир такой? 1000 зомби на сервере. 1050 уже даже. 1050 зомби на сервер, да они охренели что ли? И заметьте, это ж не на 250 километрах, а только в городах и в ГТшках. То есть фактически до хрена на квадратный метр. Да. Так, ладно. Это ты прав, что-то их тут натурально. Как у дурачка фантик. Хотите
Сплик. А, нет, да, все правильно. Блин, я думал, мы в гвозди не пришли. Пришли. Я бы тебя убил, правда. А, Гришин. Сака сразу расстрелял. Мне постоянно слышится, что мухи летают. Я уже у меня натуральный, это тип нервный. Я вам почему говорю, что все время, блин, мухи летают. Так это одна муха возле уха пролетает. Один зомби прыгает в нашу сторону. Успеем пройти налево, нет? Успеем. Только не бежать, Ой, заметил. Что делать? Убивать куда надо. Есть? Вроде он один тут. Да вон сзади есть еще один. Еще. Блин. Стена к спине стали. Нет, бежим. Вон там двухэтажное здание, туда побежали. Видите, прямо вон спереди. А, я вижу кучу зомби. За мной бегите. Вижу лаги. Блин, подлагивает вообще 15 FPS. Да ладно, у меня 10. Офигеть. А вот тут дом есть. Прямо направо заходите. Ой, господи. О, я танцанул. Кровотечения нет. Так, отходи, Джек Шеф. Ну, я пытаюсь внутрь, подойти, внутрь. Все лагает, нафиг. Так, все зашли. Да, отстрел. Что? Да хоть все помаленьку. Только чтобы патронов не брать. Да. Я уже по нему попал. Так, там прыгун идет. Прыгуны. Сейчас такие три подлезут. Спина к спине нас порвали. В чистом поле. Цих-то анимация еще. Нет, блин, вообще врагов не видно. Блин! Не стоит только вплотную к стене, потому что они сквозь стены бьют. Да, я знаю. Телепортируют. Бежать. Люблю зомби убивать. Мы зомби планили, любят, кстати, тебя. Так, кому перевязаться надо? Нет, я цел. Кто-то тут бинты, потому что есть. Как маленькая девочка, говорит Джек Шепард. Да. Так, вот у одного зомби бинты видно. А, сейчас осмотрюсь. Возьму так, себе. Вот, пусто. Все, а короче, вываливаться бы. И кое-кто опять не засек серию, да? Да засек я все, у нас 32 минут. Странно, стареешь. Еще минут 5-10. Давайте где-то еще тут явно же дома есть. Вот дом, прямо на него смотрим, в него можно зайти. Да? Да. Вот с таким ходом, с аркой круглой, они всегда. Это сейчас на нем будет написано управа, скорее всего. Был бы там еще второй этаж в нем. Полностью нормально. Жаль, что там лесенка заканчивается на закрытой двери. Здесь у нас лежит чешский бэкпэк. О, это очень. У тебя такой же. Ой, я двух в твою мать. Матерь божья. Ой, блин. Убеждай нас, я уж чуть выстрелил. Тихо. Ядрёный, блин, батон. Смотри, вот еще один чешский. Еще чешский. Еще один чешский. Да вы охренели. Что-то нас подлагивает. Да. Ты у меня в стену бегаешь постоянно. Офигеть. Ну я вижу три чешских бэкпэка. У меня вот палец вот чуть-чуть не нажал. Мы сейчас тебя убили, серьезно, только твоя вина, блядь. Моя? Да, так мы шли все сзади. Попуску друг за другом. Вон там еще один дом вижу. Вижу еще один дом, в который можешь зайти. Такой же, как предыдущий. Вы через задний пришли или через задний выход? Через задний. Ты чего блока не вижу? Я вообще не вижу, где он. Сейчас отлагает, я иду через задний, вы увидите прямо вот от заднего там стоит дом, в который можно войти. Одноэтажный. По правую сторону от дороги, второй. Увидите меня, нет? Нет. Иисус с тобой, где ты? А вы где стоите? А, вот, я тебя вижу. Я не вижу ни черта. А, вовсе вижу. Я туда, кстати, хотел... Сзади зомби, аккуратно. Ладно, вы смотрите, я даже заходить не буду. А, здесь у нас магазин ПМ и фляжка пустая с водой. Да за него место, культурно говоря. А так, чем? Ладно. Там фляжка пустая, магазин ПМ. Она у меня текстура провалилась. Можно выходить, Шабарт? Я не знаю, не смотрю даже на вас. Вот человек прикрываю, да? Да я просто с другой стороны посмотрел. Я зомби купили. Что-то опять у нас Ярослава плохо слышно. Да что ж такое?
Ой, а мне и тебя слышно плохо, это значит с моей стороны в этот раз что-то косяки. Да. Так, Джек Шепард, ты где? Я вхожу в дом. Блин, 24 языка делать. Так, ну что, давайте второй дом навестим, пока вроде давай. Тихо все. Вот в него я не уверен, можно ли будет зайти, по-моему, нельзя. Куда ты бежишь-то? Я не бегу, я спокойно иду. Да нет, у тебя. Я не бегу. Бежал прям где. Ты думаешь, как логи называется? Это называется, посмотришь потом на видео. Так, здесь у нас две банки консервные и что-то есть. О, я поел, у меня как раз пришла, если хочешь. Ну иди, бери. Занято. Банки на две. Что-то обошел-то, я не пойму. Тут же проход есть. А, я даже не видел, блин. Ой, что-то с качеством записи вообще, вернее, с качеством звука плохо стало. Да-да. У тебя тоже? Ну, у меня только тебя вроде. Я вас такой хорошо слышу. Облать, у тебя чего-то. Не знаю, вот кто-кто я на скорость вообще пожаловаться не могу. Почему вот именно, когда нужно серии писать, у меня все туго идет так, а? Ну, у меня 70 мегабит. Тебя слушай, как сколько? Сколько? 70. А, ну, мне 50, я-то лох. Так, там опять что-то лежит, там два бинта, похоже. Я тебе сейчас дам, не спорю. Знаешь, самая критика, это вещь хорошая. Сам сказал. Мне медикамент найти. Мне кровь найти. Так, все, похоже, уходить отсюда надо. Да. Так, давай. Вон там еще один дом. Тихо, где тут зомби? А вон он прямо. Слева, за забором. Замечает, отходим к тому двухэтажному дому. Который у нас прямо позади, видите его? Красный, да? Да. Ага. Так, слушай, а мы не отсюда пришли вообще, не с этой стороны? Нет, а мы сейчас чупа-чупса пришли. Нет, чупа-чупс был слева. Да-да-да, все нормально, нормально все. Правильно. Это я парюсь. Мне показалось просто, что мы с этой стороны бежали как раз к двухэтажному красному. Знаешь, мне тоже показалось. Так, что у нас там? Ай-ай-ай. Заметил кого-то. Так, ну, давай, отступай. Меня заметил. Меня заметил, меня он бьет. У меня кровь потекла. Я на секунду шифт был. Так, я забегаю вглубь, а ты отстреливай его. Короче, садись перевязывайся, даже не беги. Ярослав его бьет, я тебя прикрываю. Садись сразу, чтобы кровь не терять много. Блин, из-за вас и на меня все зомби согрелись. Беги к нам. Все? Их много, что ли? Отстреливай его. Артур, отстой. Один прыгун. Отстреливай его. Эй, не по мне, аккуратно. Ой, блин, ты так рядом со мной стрелял, что мне... Я аккуратно старался, братень. Ой, блин. Так, давайте все отступаем нафиг, я вас больше слышать не буду. Там гораздо безопаснее. Где? Внутри дома. Там, где мы были. Yep. Так, сейчас я забегаю, потом начинайте гасить. Так, ну, давайте вы гасите, а я тут пока разберусь маленько с собой. Меня трясет, не трясет, что да как. Без проблем. Пройди чуть вперед, я буду спину крыть. Отвянь. Все. Осталось. Ну ладно, я сейчас сзади завалю. Блин, там такие крики, вы друг другу не попадаете? Нет. Это зомби у нас так кричат от боли. Это зомби человеческим голосом. Еще один идет. Еще два идет, еще три идет. Прыгуны. Идут со стороны Шепарда все. Not so fast, bitches. Чего? Джек Шепард, ты на моей линии огня. Двинься немного справа. Я подбегала, ухожу внутрь. Я бы убил их. Убежал. Так. Ну ладно, да это было лежит? Достаточно по-дилетантски. Пойдем ты дальше. Спалились. По-моему, сейчас уже можно бежать скоро по центру города и ничего не бояться. Бояться тех людей, которые прибегут на шум. Тихо. Вот спереди прям звуки. Он слышит, по-моему, наш. Да господи, откуда ты лежит? Он не в дереве же. Заходите, заходите. Зачем? Потому что я слышал звуки агрессивно настроенного зомби. Сейчас он оббежит всю эту херату и добежит до нас. Да нет тут никого. Да слышу я. Справа стоит, вон он, прям в доме. Добежал. А он побежал. Воу, тебя кзади. Я же тебе говорил, заходи. Этого же нету, пофигу. Это ж пофигу, конечно.
И правда убежал? Ой, он исчез. Куда он делся? Он стоит на месте. Ой, что-то так залагало. Он справа. В этом проходе. Он пошел пешком куда-то. Ой, он сзади. Где сзади? Кто? Чё? А, блин, какого черта все лагает? Какого черта зомби телепортируется спереду взад? Офигеть. Спереду взад. Это было золотых цитат. Ой, давайте выходите отсюда. Да, и нам. Так, давайте с левой стороны выходим. Блин, еще заходим внутрь. Они нас как-то замечают. А там один зомби застрял в стенке, и теперь, пока мы его не убьем, он, возможно, будет замечать. Сейчас я его попробую. Тут him in the head. Смог? Ну, он заорал от боли. Так я не вижу, где он вообще. Стоит. А, да. Вон, все, умер. Он у меня при... Он у меня прилег. Посеял, теперь жни. Или это уже в Battlefield 3. Так, все, давайте к лесу, короче. Что-то мне не нравится в этом Гришине. Не знаю, я как-то батлу не покупал. Так, вон оттуда мы и пришли. Мы шли к церкви вот с этой дороги. И опять зомбак назад. Назад, 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 назад. Да вот в дом же. Че назад? Он не заметил. Нет, он не заметил еще. А? Обходим вдруг справа. Okay. Сзаду. Господи, наперед. Сколько серий называется уже просто-напросто от одной ошибки Сусанина? Да, опять я виноват. Ладно, все нормально у нас. Все нормально. Машину вам нашли в предыдущей серии. Первый раз за столько серий нашли машину. Да, я уже к этой машине привез вас всех. Кто? Велик Сусанин. Я уже вертолет нашел. Специально, наверное. Скажу, уже два вертолета между сериями находил. А машину находил. Но я находил упавшие вертолеты, около которых должно что-то спауниться. Ну, а я находил рабочие, но разбитые вертолеты. И ни у одного из этих вертолетов упавших ничего не было, только куча зомби. Я думаю, может, на зомби спаунится. Всех зомби переубивал. На них ничего нет. Давайте под деревом закончим серию. 42 минуты уже пишем. Давай. А то ты что-то у нас уставший уже какой-то. Тебе передохнуть, мелок, надо. Да, мне бы еще поесть. Он у меня прилег. Я с утра ничего не кушал, ничего. Нет, ну я думаю... Так, давайте, короче говоря, Джек Шепард. А ты что так далеко стоишь? Не свой, не что знаю. Ли? Не знаю. Что-то я смотрю вас. Хочет поделим себе. Короче, ладно, в следующей серии направимся на восточно... Ой, на северо-западный... Восточно-западный, хотел сказать. На северо-западный аэродром. Посмотрим, а что нам там может быть нужно? Ну, ПНВ, либо GPS. Да. Короче говоря, вот сходим туда, либо нас там убьют, либо мы кого-нибудь убьем, потому что, скорее всего, нам не получится просто так там побыть. Короче говоря, возможно, следующая серия будет с экшеном. На этом эту серию прекращаем. Попрощайтесь, бойцы. Всем пока. До скорой встречи. Пока.